Всем привет, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю яблоки в карамели. Яблоки в карамели – это один из самых вкусных, красивых и популярных десертов, особенно в Европе, которые продают в любом парке аттракционов. Приготовить их совсем просто, стоит соблюдать лишь несколько основных правил. Сначала подготовим яблоки. Яблоки я советую брать твердых сортов, и чтобы они были не очень большого размера. Я взяла не случайно яблоки двух цветов, красного и зеленого. В конце посмотрим, какие яблоки получились красивее. Сразу скажу, что это один из секретов приготовления яблок в карамели. Цвет у красных яблок получается после приготовления более насыщенным. Затем я яблоки тщательно помыла, обсушила и удалила у них плодоножку. Подготовила палочки. Можно использовать китайские палочки, либо палочки для мороженого или шпажки. Шпажку вставляем на 2/3 размера яблока. Это немного больше половины. Она должна хорошо держаться, когда мы будем проворачивать яблоко в карамели, чтобы яблоко никуда у нас не упало. Приготовим карамель. Для этого смешиваем 500 грамм сахара со 100 миллилитрами воды. В среднем берут с расчетом 100 грамм сахара на одно яблоко. Перемешиваю все вот такими круговыми движениями, чтобы не запускать лишний воздух в будущую карамель. Можно перемешивать осторожно силиконовой или деревянной лопаткой. Ставим карамель на средний огонь и доводим до закипания, регулярно помешиваем. Также нам понадобится 1 столовая ложка сока лимона. Сок лимона можно заменить 9% уксусом и красный краситель. После того, как карамель начнет немного уже закипать и появятся первые пузырики, выливаю 1 столовую ложку сока лимона и немного все перемешиваю. И оставляю кипеть карамель в течение 10-12 минут на среднем огне до температуры 150 градусов. Если у вас нет термометра, как у меня, то ориентируйтесь на цвет карамели и на ее густоту. Когда карамель станет светло-янтарного цвета, снимаем ее с огня и проверяем на твердый шарик. Важно карамель не передержать, чтобы она не стала горькой. Активное кипение прекратилось, значит, можно добавлять уже краситель. Добавляем краситель и все хорошо тщательно перемешиваем силиконовой лопаткой. И настал самый ответственный момент. Украшаем наши яблоки. Подготавливаем силиконовый коврик, либо пергаментную бумагу, на которую мы будем выкладывать яблоки, чтобы они не прилипли. Окунаем яблоко в еще горячую карамель и проворачиваем вот таким образом. Даем стечь лишней карамели. И вот я вам сейчас специально показываю, вот сейчас я окунаю в карамель красное яблоко, и посмотрите, какой у него получается насыщенный цвет. Красное яблоко получилось краснее, чем зеленое. При желании яблоки можно украсить орешками, арахисом, либо разными присыпками. Я в этот раз этого делать не буду, мы любим кушать эти яблочки просто. Через 30 минут карамель хорошо остынет и яблоки перестанут липнуть. Отмыть емкость после приготовления карамели очень легко, налив в нее горячей воды и поставив на огонь. Получаются такие яблоки очень вкусные. Сладкая хрустящая карамель с приятной кислинкой яблока. Это непередаваемые ощущения. Дети очень любят такие яблоки. Также такое яблочко можно подарить подруге, либо на День Святого Валентина своему любимому. Именно поэтому яблоки в карамели во Франции называют яблоки любви, La pomme d'amour. Надеюсь, этот рецепт вам понравится, и вы приготовите и порадуете себя и своих близких. А я с вами на этом прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч. Пока-пока!